Всем привет, меня зовут Денис Иванов, и я представляю проект MyEV, зарядки для электромобилей, которые позволяют зарядить ваш электромобиль всего за полчаса до 85%. Зарядки для электромобилей решают проблему ожидания, то есть человек не должен больше долго ждать, пока зарядится в электромобиль, вместо этого он может выпить чашечку кофе, и зарядка будет окончена. Спрос на решение по быстрой зарядке электромобилей есть уже во многих странах Евросоюза, но для России пока что это в первую очередь, конечно же, Москва и Петербург, где продажи электромобилей уже начинают увеличиваться. В плане конкурентов здесь можно выделить две ниши. Первая ниша – это прямые конкуренты, то есть электромобили от различных вендоров. Однако это только зарождается в России. Есть также непрямые конкуренты, такие как бензиновые и гибридные автомобили. Об этом рынке говорить сложно, потому как он большой и многогранный. Тем не менее, сейчас на примере Англии я могу сказать, что 5 лет назад продажи электромобилей в Англии были практически нулевыми. Спустя 5 лет сейчас произошел огромный бум и прирост более чем на 300% в Англии. В среднем по миру рост в современных странах Евросоюза составляет от 25 до 50% в год. Наши зарядки для электромобилей можно устанавливать в любые места, где есть 380 вольт, то есть это большинство предприятий на первом этаже. Установка зарядки происходит очень быстро и просто, таким образом количество точек подключения в городе достаточно большое. С точки зрения разработки мы применяем технологию open source, что позволяет нам взять самые лучшие компоненты по отработанным существующим схемам. Мы берем за стандарт CHAdeMO, это японский открытый стандарт быстрой зарядки, который применяется в популярных электромобилях, таких как самый продаваемый сейчас Nissan Leaf, и реализуем этот стандарт с помощью наших компонентов. Наши конкурентные преимущества – это, разумеется, стоимость зарядки. Наша зарядка стоит от 2 до 3 тысяч долларов. В сравнении с конкурентами, которые стоят от 20 до 30 тысяч долларов, это очень неплохая скидка. В частности, по монетизации, можно сказать, традиционный способ монетизации подразумевает под собой оплату за зарядку, но мы не хотим использовать этот способ, мы хотим использовать альтернативные способы монетизации для зарядных устройств, такие как фоновая реклама на объекте, поддержка партнеров и другие необычные способы монетизации. Наше конкурентное преимущество также в том, что мы очень давно следим за этим рынком, с 2008 года приблизительно, и следим за его тенденциями и трендами. Сейчас мы находимся на раннем этапе, мы подготавливаем документацию, разрабатываем чертежи и привлекаем нужных специалистов. Идем мы в сторону разработки готового коробочного комплексного решения, которое будет сочетать в себе все необходимые элементы для осуществления быстрой зарядки. И очень важно отметить, что мы формируем не только сам продукт, мы также формируем большое сообщество вокруг этого. Хотим создать интересный продукт, который был бы полезен людям. В частности, концепция Smart Grid подразумевает это. myev.ru. Заряди свое будущее.